Все нормально. Парень, у меня тут катастрофа намечается. По поводу. Две сигареты осталось. О, я не курю и никогда не курил. Это нормально. То же самое. Пойду за пивом схожу. Вот оно у меня никогда не кончается. Если только вот бывает, что не бывает, а чтобы кончаться, то мне уже берутся много. Я сейчас тоже выпил. Ну сейчас вот жена уснет, можно будет идти. А то спортом заставляет заниматься, ё-моё. О, я тоже не пью, потому что завтра играть. Лидик, кстати, я, наверное, в воскресенье не смогу. Так, блин, хорошо или плохо? А там последний день, нет? Нет, еще неделя. Да, тогда без разницы. Сейчас вот это проиграем, там я быстренько садюсь и все. А это а если... Нет, слушай, ну мы здесь по науке очень тянем, ребят, тут надо держаться. А, да? Дайте глянуть, что тут делается. А, нету тут крепости, он не тот ход загрузил. Или тот. А, и тот. Чё ты, не ходим? Я не хожу. А я тоже не хожу. Да, я тоже не хожу. Пострелял. А вот меня убили, это типа в Грузии. Слушайте, я тоже не скажу, а как он так убил-то? А чей там написал? Да он опять хоть... клавиатуру не переключил. Ну хоть бы предупредил, что уже сейчас будем ходить. Взял, поменял тут юниты. Короче. Где пушки наши? Пушка вон, забери первое. В хоке это. В Хиньяне там стоит. Арбалет и там. Все, рабочего я подарил под Пусаном. Я понял, все нормально. Уже пушка. А чем брать? О, так. А чем бить? У тебя еще инженера нету? Вот, давай строй сейчас. И... Тихо. Чего? Чего тихо? Сейчас все будет. Вот, видишь, из-за тебя пропустил. Хилка там у меня была. Это все ты виноват. Вот так вот. Знай. Так может генерала поставишь туда? Подожди, я сейчас отдам город. Тут в этом городе универа все равно нет. Нет универа, ты не хочешь этот город? Я хочу его отдать и поставим следующим ходом этот самый. Оксфорд, понимаешь? Инженером. Вот эта стратегия у тебя. Ну, в общем, не все, да, это самое, как это, понимают. Блин, а как он так...
Ну, заберет, нет. Там генерал не потеряешь потом? Нет. Да достал, ну какая задержка, охренеть можно. Ты можешь арбалетов подвигать этих? Тихо-тихо. Генерал куда-нибудь двинь, я... и арбалета двинь, я тебе пушку подарю. Чем мне пушка, она не стреляет через это все. А, генерал, ясно, пускай забирает, ничего не будет. Ничего тут не будет. Где генерал? Не, в смысле, не могу стрелять. Короче, следующим ходом мы забираем. А я ставлю Оксфорд и все. И там посмотрим. Не забирает крепость. Видишь, я забрал, я думал, крепость это жрет. А нихрена не это жрал, значит, нет смысла это делать. Значит, могут и продавить. Пхеньян, там убери этого, я потом пушку поставлю. Толку нет пушки. Толку нет, сам ставишь пушки. Это последние потом эти пойдут. Конечно, зачем хилиться? Бред какой-то, эти задержки дебильные. Вот форт ручками построить. Так, этот нижнюю этот удобрение. Удобрение? Да, удобрение. И переключайтесь на рыцарей. Каких рыцарей? На рыцарей, чтобы, ну, не один ход был до строительства. Рыцарь строить, он тебе говорит, вот что он хочет от тебя. Ну, генерал появился. У
уведи арбалет из бананов, я тебе генерала подарю. Куда, чего, кого вести? С бананов арбалета. Давай. Чуть крепость не влепил. Так, занимаем высоты и стоим, в общем, отбиваемся. Что тут больше я тебе могу сказать? Блин, а счастья-то у них хватает. Я думал, хоть счастье поросядут, нифига. Что у меня минус 16 голды резко стало. Да, юнит что-то некуда представить. Так да, да, вот в этом и проблема, блин, натыкано столько. Вот тогда и у меня было строй юнит и строй юнит, а что толку поставить мне? Тут не тот промоушен. Ты где там это самое? Шпионов держишь. Куда мне поставить? У меня второй есть. В Вашингтоне есть у кого? Ну вот я туда собрался поставить. Так, у меня тоже второй кого? Куда? Я в Вашингтон. Я посадил, один в Вашингтон. У меня к себе и Вашингтон. Хорошо, посади в Панаму. Или в Иерусалим, или, я не знаю, в Геную, в Грешку какую-нибудь. Блин, ну... А кто откатил? Я откатил, я поставил в защиту, задержка была, я жмякнул еще раз туда, защита пропала, зато это... Короче, не могу.
О, у меня через пару ходов золотой век начнется. Да блин, опять. Ну, в целом, сколько можно? Второй раз откатил за один ход. Нормально, да? Да, а что ты делаешь? Как ты так? Как ты? Ну, клавиатура и жмяк, и все. Слушай, этот самый, Лидекс, можешь тебе рабочих притащить? Ты что-то, блин, тут вообще ни джунгли, вообще ничего не обработал. Что мне их обрабатывать? Ну как? Там же под ними город нет. Они газу дают вообще-то, ядрит Мадрид. Посмотри, вот эта беба красивая какая. Круто тебе. Ладно, все. Играем. Построй Редфорд в Сеуле. Чё ты пушку-то нафига это нужна? Только что говорили, что юнита некуда ставить. О, блин, нихера себе, 14 ходов. Может, ты построил лучше? Ну, ладно, строй что-нибудь другое там, на развитие. Я сейчас закончу строю. Сейчас мы тут разнесем это все дело поганое. Это был тактически отдан город, так как в нем не было университета. Ну блин, мы уже давно закончили, тяжело. Написал бы, что случайно откатил. Так я написал, что не видишь. А, ну Олег, он, по-моему, принципиально, видишь? Он сейчас там займется, блядь. Спецов поставит, блин. Ты ему время дал. Лидекс, дай 20 голды. У меня минус 9. Грабеж среди голодня. Чего? Ничего, все нормально. У тебя там как там с универами? Никак, да? Не, ну я сейчас кавалерию настрою, начну универ везде клепать. Ну да, там 6 ходов. На своим ходом, не успеешь ты просто. Своим ходом уже дойдем. Так, мы как за кого? Мы не за кого вообще. А, ну за кого хочешь, голосуй, без разницы.
Эх, а до 4 продержаться вот здесь его. Удержать, и все будет нормально. Ну и нафига этот лошадь? А что, я тебя ее буду апдейтить чем-то? Они джунгли убирают, надо убивать этих. Хотя, если сейчас они пока не уберут Маконису построим, это они нам спасибо скажут. То есть мы. Ты про что сейчас? Видишь, стоят в Дегу рабочие в ряд. Это они все вырубают джунгли. Вот про что. А, ну пусть вырубают. Они не могут обстреливать сейчас, понимаешь? Я могу что рабочих подарить? А что, у меня нету? Ну да, нету. Я тут марш убираю, вот сейчас этим ходом следующий тест. Вот на последних секундах, что за привычка? Был занят. Все такие занятые, аж жуть. Обстреливает то, что выбился. Он меня перекликивает, я не могу, блин, перекликать. А ты форт построил красный? Нет, не я его должен строить, у меня промки нет. А инженер? Или спизы ты что взял? Спизы я взял инженер. Просто у Москвы сейчас скоро этот инженер будет тоже. Тут? У Москвы скоро будет, ну, Рука, русского скоро инженер. Поздравим русского. С этим делом. Да нормально они бьют, что ты говоришь плохо. Пушки по юнитам. Это что тут крадется такое? Что это за непонятные эти, как их там, не миссионер, как его зовут, плавить? Сил, в общем, плавить.
кто-то мне что-то подарил. Да, это я такой. Слушай, как тебе бесплатно. Отлично. Молодец. Где эта кавалерия? Ты же вторая. Ща будет. Так, на металлургию они еще не... Да тащу я вас, тащу. Тащишь, тащишь. Давай, двигай своего профита этого ко мне в силу. Так, деньги кому нужны, у меня плюс 15. У меня 0 и плюс 0. Как, нормально? А как двигать-то, ты, блин, ядрит Мадрид? Ну, ничего, ничем помочь не могу, через джунгли двигать. Предложение, лайк. Блин, они тут два генерала подвели, хотя у меня их тоже два. Пускай первый ставит. Давай русского минитмена достали, да, меняйте минитмен уже. Ах, это твой арбалет, его тыкает, 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 он ни хрена не тыкается. Бедный я последний по всему. По промкам там, по этому всему делу. Память, дай мне на всякий случай две лошадки, а то он меня сейчас тут разграбит, скорее всего. Ой, у меня уже разграбили. Дай мне две лошадки. Не, больше. Две, да. У тебя есть две? У русского тоже пушечка. Давай. Примел этот самый. Давай, принимай. Так и не поделись, короче. Thank you.
Тут мне под сил уже привел, блин. Может, крепость бабахнуть? Хотя толку, он контр поставит. Ну чё, сейчас моя кавалерия выскочит. Двигай профиту. Ну чё, его подбрасываешь там хоть чуть-чуть его? А и не очень. По чуть-чуть. Давай, остановись уже на дорогу, я не знаю. По чуть-чуть. Сейчас они Джанжоу возьмут по чуть-чуть. Тут пушки подвели. Я как могу, конечно, но не знаю, много ли смогу. Туда неудобно войска водить тоже. Круто. Чем? Где ты раньше был? Вот так надо спросить.
опять начинают на последних секундах тут играть. Я тебе кавалерию там сверху подарил. Угу. Сверху пусаном. Круто. На, вон какая красивая коняшка. Пусан. Жесткая такая. Конечно, он вылечился. Почему, по-моему, не вылечится? Рабочего подарил, молодец. А, американец решил сверху пройти. Давай убирай профита, блин, он тут не стоит и не очень. Блин. Во рту, ребят. Так куда ж больше? Ну вот, 12 ходов. Не знаю, выдержали эти 12 ходов. Ну а вдруг? Ну, начинается. Ну и что? Мне делать? Да вы задолбали. Ну тебя, генерал, ты, ну блин, Лидекс, а ты что, не вот это не, ну, не так шаришь? Вот... Поставил бы вот где у тебя лошадка стоит, ну ядрит Мадрид. Ну выше же Инжу, ну. Или где этот самый? Последние секунды жду. Понимаешь? Мы разберемся, не переживай. Как-нибудь. Там все равно ход и теряет, там нету дороги. Вот мы и будем тыкать последнюю секунду. Чтоб успел ответить. Мать его так. Сколько ему дать? Дари быстрей. Поздно. Поздно.
Ну, ставить здесь возле стою, чтобы потом вернуться. Наверное, да. Ух, интересно, успеем мы в эти долбанные пушки или нет? Ты бы, наверное, не стоит строить универ. Дойдем и так, может быть. Давай там профитом поработай пока что. Блин, там у русского еще генерал. У меня уже все, кончились. Ну, у меня два генерала есть. Все дать? Не давай. Только. Точно? Точно. Что, Красный форт строить, нет? Можешь строить. Берут они тут Джанчжоу, топ никакого. Продавили. Шашон, где твое счастье? Ну, в смысле, где? Все, нету. Да. Закончилось. Дать я тебе ничего не могу. Да, мне один пока нормально. Минус один. Ну да, да. Давай, что, держимся? На через 4 хода генерал будет.
сейчас он. Тебе генерал-то вообще нужен? Зачем? Чем эти глупости? Блять, ну лагает это вообще нереально просто. Да, я тоже не понимаю, я уже походил или еще нет, я по 100 раз кликнул одно и то же. И жду чего-то. Армия у меня кончилась. С чего бы это вдруг? Через два хода тебе придет. Три. Три мои лошадки. Ты подаришь, может, ту, которая под бусами стоит? А, блин, я забыл про нее. На их территорию забегать невыгодно. Вот так. Да, лаги, конечно, не детские генералы. Нам бы вот чуть больше промки, и все было бы достаточно весело. Хотя бы мне. Что-то мне совсем осмотрю, ну как так? Просто два города забрали, а так нормально. Не, ну города городами, это фигня, но вот, блин, не на чем жить, растить, развиваться. А, полза по мне. А, неугомонный. Не заползай.
Но... Чё, пуфёп, у тебя снутри армии не густо. Чё-то как-то не очень. Промка какая-то неправильная. Кто у них столько генералов этих, блин? Ну, все, видимо, честь взяли. Давай почекаем. Честь один. Честь три. Да, вот этот самый не взял. Как его? Блять. А что он у нас? Он в тылу у нас. Да там тут один генерал-то не собирает, так цели сколько у них. Ладно бы я воевал бы тогда, да, я пробивал бы там. Один генерал, ну подарю я вам через, кстати. Через ход на следующую. Да, он тебе сейчас 3 лошади подарю. Блин, лошадь бегает уже. Ну блин, да. ну не такие, я не могу, дебильные задержки, ну. Ну, видел, куда выставил я свою лошадь? Она должна была атаковать. Да, вот еще одна. Я у генерала вроде забрал. Ну, отлично. Одним дурным меньше. Так. А сейчас я сделаю контр-крепость. Аж 2 тоже. Пускай имеют. На всякий случай на последних секундах, как учили. Ладно, да уничтожать минитманов. Так, рабочие нужны тебе? Нет. Вверху Пхеньян забери одну. Я сказал нет. Нет, сказал. Ну тогда вернешь на банан потом. Нет, не верну. Мое. Все, что ко мне упало. Я думаю, они сейчас быстрее нас, мне кажется, в рту выйдут. Не, держи, блин. Карман пошире, кстати. Так. Отстроил, доволен, имеешь. Достали меня за собой этими делами.
на последних секундах походил. Да я видел, ответил. Типа ответил. Да я ответил. Ну достали задержки, блин. Блин, ну... Он между ходами успевает походить, пока я тут жду. Непонятно чего. Не, в такой вот, когда быстро надо кликать, это, короче, вот эти задержки, я не могу играть. Мне надо менять юнит, особенно когда конится. Туда-сюда, обратно, блин. Да, они... я планку перерезаю. Кого делаешь? Да пытается он срезать, видишь, дорогу. Ну, замечательно. Убей их всех, называется эта история. Я ж не против. Скажу больше, я за. Я на эту дорогу похерачил, вот почему я тут бегать теперь не могу. Так, надо вылечиться. Ну вот если мы сейчас их отбросим, и я заберу свои города назад, то тогда мы их артой уже задавим до конца, я думаю. Так я боюсь, они не выйдут раньше нас сейчас. Не выйдут. У нас 4 техи впереди. 3. Ну, правильно, посмотрим сейчас. Ты клепай нам, блин, все, что можно. Угу. Сейчас на пушке будешь переключаться. Вот выглядишь эту партию. Москва только что был инженер, недавно опять инженер. Крутой Москва. А он до сих пор сидит один инженер, и сейчас второй скоро будет. Спиналер входит в новейшее время. Крутой пацан. Что я могу тебе сказать? Генерала потом заберешь. Потом это когда? Сейчас забирай. Вон лошадка еще одна тебе. Пусан. Ну ты тут включился, молодец. Не то что я. Тяну и тяну по науке. Ну блин, эти задержки. Слушай. А не пойти ли им выносить нахрен их, они эту всю херню? По-моему, они немножко решили просесть. А я решил напасть. Так, подожди, давай сейчас дождемся. Не-не-не-не-не, не надо дожидаться. Ну тут 4 это... хода осталось. Там сейчас паника начнется. Я ее уже слышу. Слышь, как они визжат? Да. Уж. Сейчас все почему. Я свою эту вернул назад.
Так, что мы тут имеем? Ага. Нам вот надо... он что, Москва, Бранденбургом. Ну, видимо, инженером бахнет. Ну, дайте мне. Бранденбург. Все, кавалерию вернули, лошадка появилась. Так, следующим ходом выноси эту крепость нафиг. Вместе с этим самым. Может эти? Но я потеряю лошадь. Разграбь, разграбь. Успел запретить? Может ответить, да. Обстрелим. А я, пожалуй, пойду свой город заберу. Ух ты какой! Плохой парень. Да ладно, стреляй. Стреляй еще. Пожалуйста, не. Ну, где там его это? А че это он несчастлив, да? Ну как хорошо. Давай, лупи, лупи, лупи по нему этому, чтобы он крепость эту не восстанавливал. Или там зайди с той стороны от Генуи, там что-нибудь сделай нехорошо, в общем. Они что же, наверное, поверили в свою победу, да? Сейчас, сейчас, два хода. Прольется чья-то кровь. Короче, на пушке туда переключайтесь сразу, ребят. Думаешь? У меня пушка один ход строится. Не, я кавалерию пока что. Этим ходом, а дальше посмотрим. Ах, то у него счастье появилось, ты смотри. Ничего стреляющего, блин, ничего не видно. Но они по деньгам все в минусе. Там у Айрона, по-моему, 100 с копейками монет. Дебильная, но я не, ну я мне не могу, я с этими задержками, я ходы просто пропускаю из-за этого.
Избийство какое-то. И юниты сыпятся у меня. Лаки, встань, подожди, пускай они подведут. Сейчас мы арту выставим, посмотрим, что тут будет. Сейчас нет смысла нам торопиться. Так, ну у меня... Сколько у кого денег, ребят? Нет, нету денег. Ставь так, чтобы не надо было денег. Русский казаков клепает. Ну чё ж он не клепает? Казаки — это круто. Угу. Так они только сейчас вышли в эту самую. Боясь. Два или три хода назад, по-моему, вышли. Начал строить. С казаками будет тяжко. Но они дольше строятся. Американцы форсов строят, ребят, поэтому у них арта тоже сейчас будет. Дело дрянь. Да, два хода. А походу прожало тут, блин. Что-то с пушками тут погорячился, наверное. Чудо чудесное, успел, что надо, в какой-то век. Ой, о, в арте уже, куда идем? Да, в инструкцию. Да, в город только одна дорога. У меня два генерала, чуешь? Рус, этот самый Фёб, надо генерал? Чего? Генерал нужен? У меня два. Вдруг, внезапно. О, оставь себе пока, наверное. Тебе нужнее тут. Не знаю, как-то мне не нравится это все.
Надо еще одну крепость бухать. Пускай задавится. О, видишь, вылетает. Так, блин, ну что я могу сделать? Слышь, этот самый Шашон сразу атакует этого лайнсера. Окей. Вот, видел? Сразу первым ходом. Наверное, думал, что он самый умный. Но он ошибся. Такая пушка прикольная. Ти-ти-ти. Так, есть чем стрельнуть? Блин, есть чем стрельнуть? А что ты будешь делать? И дорожки вернулись. Часть вторая. Ну, как-то странно, я такой по производству стал. Тихо, тихо, это не странно, это закономерно. Слушайте, а что если пахи дают, а? Что это еще раз? И пахи, мне тут Белград дарит. А, да, нехорошие. Да, уникальные. Это лансеры, лансеры. Только крутые. А мне зараза это, два раза копье подарил. Я видел, что все пахи у него, но он дарил копье, хотя мы уже вышли в них. Это ж сколько крепостей тут посчитать страшно. Семнадцать. Посчитал, да, все-таки? Ну-ну. Не поверил, что страшно. Бей, пушка, нету пушки. Как ты, блин, выжил? Какой, а? Ну, первая рта уже. А, блин. Следующим ходом я тоже подлетел. На лошадь забирай. Пацана на лошадь еще. Спасибо. Вам добрый человек. Слушай, я эту арту сейчас... Не, ну в общем понял. Так, сейчас мы тут встанем. Этим построимся. Закрой мне арту как-нибудь. Ладно, следующий ход. Так и быть. Сейчас тут Майдаегу вернется в обители Корейской империи.
Как ты думаешь, одного выстрела арты хватит? С генеральчиком-то. Нет, не хватит, блин. А есть еще чем стрелять? О, хватит. Я захватываю следующим ходом свой город назад. Вот Белград, а мне кавалерию подарил Ишак. Ой, как интересно. Разбился. Ой, я не могу. Окей, Пхеньян убери, кавалериста, это Марту поставлю. Ой, Лаки, Линдекс. Педек, ага. Здесь таких нет. Вами, да, денег? Не верим ему, не давай. Он не вернет, я точно знаю. Вот гадалки не ходи. На, чтоб ты тоже возьми. Дай мне денег, тоже. Я апну. Хорош грабь. Да пушечку одну апнул. Ладно, ладно. Что за люди пошли? Тут просто невозможно. Пушечку апнуть, там вот это вот все эти отговорки такие. Типа я не при делах. Пушечку только. Видали, по-моему. Меня Петр, просит, блин, где этот Петр вообще? Есть хоть одна клеточка? Может, у них и есть. У меня колосс просят. Колосс это святое. Уже поднаставили. Давай топи его там уже. Да, ну тут я не знаю, когда будем играть, когда еще будет продолжаться. Я с Олегом уже играл дуэльки по 12 часов, не хочется здесь также заседать. 330 ходов. Ну мы по очкам лучше идем. Это что? Как по очкам лучше? Ну, потому что 330 ходов и очками считаем.
Забирай арту. Что-то как-то да, у них эта кавалерия круто пошла, я не успеваю. Вот просто не успеваю. Ну сейчас я тогда попробую выставить тут арту и просто херачить. Не знаю, как это получится. 5 генералов привел, блин, он откуда рисует, что ли? Лаки, сделай что-нибудь, затащи нас куда-нибудь. Слышь, хорошо. Лаги такие, короче, вообще жесть. Нет, так я тоже, я не понимаю, я сходил, что тут а у него юнит туда прыгнул. У меня, короче, куда-то вообще... Сколько раз у меня было такое, ты бы посмотрел вот это видео, когда, знаешь, их много, а я их менять пытаюсь, знаешь, ударил, думаю, что он уже ударил, и пытаюсь менять. Короче, жопа. А, вон он меня в доебу ушел. Угу. Вот так вот у меня было весело. Так ты знаешь что, ты возьми эту доигу следующим ходом, я арту обстреляю, ты бери, если успеешь. А вообще мог бы генерала забрать. Я могу арту обстрелять этого, точно, бей по генералу. Арту обстреляешь? Да, да, да. Ну давай. Ну даю. Даю. Жмякаю. Ну, зажмякаю. Да. Круто, да? Мог бы на холм стать еще страх. Я говорю, это вот такая херня начинается, когда кто-то...